Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас снова приветствовать в эту солнечную погоду у нас в Испании, на побережье Коста-Бланка. С вами Эльвина и агентство Alex Home Invest. И сегодня мы находимся в Финистрате, в районе Балконда Финистрат, который расположился всего в 12 минутах езды от Бенедорма, замечательных пляжей Бенедорма. И что мы сегодня хотим вам показать? Хотим показать пилотный вариант виллы, шикарная вилла со своим участком, здесь тишина, спокойствие, сами можете видеть, наслаждаться, я надеюсь, через видео передастся. И наш пилотный вариант будет служить примером вилл, которые в доступе есть. Давайте пару слов расскажу о виллах, которые есть. У нас две модели существуют. Модель двухэтажной виллы с тремя спальнями, двумя санузлами, также есть подземный цокольный этаж. И также есть модель одноэтажной виллы с тремя спальнями, двумя санузлами. Плюс данных вилл – это то, что они будут сдаваться в апреле, в июле и сентябре. Поэтому этого года, кто из вас не хочет ждать, идеальное просто предложение. И что касается вилл данной модели, пилотного варианта, они имеют около 410 метров квадратных самого участка, и сам дом, общая площадь построена 200 метров квадратных. Что касается дома, как вы видите, участок, он также будет полностью задекорирован. У нас будет бассейн 6 на 3 метра, помимо этого искусственный газон, гравий, растения, деревья. То есть у нас будет полностью сделан ландшафтный дизайн. Итак, также имеется парковочная зона, где вы можете установить, например, электрозарядку для вашего автомобиля, как это сделано в нашем пилотном варианте. И мы сейчас попадаем с вами в нашу гостиную, которая соединена с кухней. И сразу отмечу, что главный вход у нас расположился рядом. И что мне нравится, это, конечно, открытое пространство, просторная гостиная отдельно, с отдельно выделенной мягкой зоной. И также есть отдельная зона кухонная. Сразу отмечу про кухонный гарнитур. Во-первых, у вас есть небольшой выбор, какой по цветам. И что мне нравится, что этот застройщик уже устанавливает полностью всю бытовую технику. Это большой плюс и большая редкость. И также у нас очень много различных световых точек. И еще из плюсов отмечу, что на всех окнах, как в спальнях, так и в гостиных, присутствуют электрические жалюзи. И давайте с вами посмотрим первую спальную комнату, которая имеет две световых точки. Это на заднюю часть двора, очень симпатичную. И также с выходом, собственно, на нашу же террасу и обеденную зону на террасе. И в этой части расположился первый санузел с душевой кабиной, встроенный с окном для проветривания. Он служит у нас как раз как гостевой и на эти две спальни. И здесь небольшая техническая зона с аэротермическим бойлером, нагревателем воды на 150 литров. И сейчас посмотрим вторую спальную комнату с большим встроенным шкафом. Опять-таки плюс, как и в первой нашей спальне, что две световых точки смотрят на нашу террасу и на заднюю часть двора. И не забывайте, что на всех окнах у нас есть электрические жалюзи. И поднимаясь на второй этаж, во-первых, отмечу световую точку и немножко расскажу. В данной модели дома у нас 4 спальных комнаты, но в остальных двух моделях, про которые я вам говорила, также двухэтажных, у нас будет одна спальная комната главная, будет просторная терраса и также будет дополнительная постирочная зона и также небольшая терраса, где вы можете сушить белье либо использовать для под ваш вкус. И давайте мы начнем с нашей третьей спальной комнаты. Это главная спальня, конечно, которая имеет шикарные виды.
И свой санузел продуман данным застройщиком, уже санузел, он хоть и стеклянными перегородками, но они со специальной пленочкой, чтобы у вас была приватность, потому что часто оставляют прозрачность, что на мой вкус не совсем приватно. И обратите внимание, какие у нас встроенные шкафы. Они, во-первых, от потолка до пола, полностью использовано все пространство и уже подготовленные даже вот с такими полочками, чтобы вы могли складывать любые вещи и хранить. Мне очень нравятся данные шкафы. И отмечу важную деталь техническую, это то, что у нас застройщик уже полностью устанавливает центральное кондиционирование воздуха на тепло и холод. Вам не нужно ничего докупать, уже оно установлено. И сейчас я приглашаю пройти на террасу вас и посмотреть виды. Ну, красота, на мой взгляд. Во-первых, у нас здесь и зелень. На виллах двухэтажных у нас будет иметься вид на море. Вы сами можете наблюдать. Чем мне нравится, даже вот если не брать вид на море, да, например, как на модели одноэтажной виллы не будет вида на море, но у вас всегда будут виллы на зелень, на лесочки и также гольф-поля. Это, во-первых, престиж и также красивые виды. И мне нравятся, например, вот эти виллы, чем это то, что у вас даже имеется небольшой вид на море в ту сторону, на Бенедорм. Эта спальня, пожалуй, самая маленькая, тем не менее, вместительный встроенный шкаф, кровать уместилась, и мне чем нравится данная спальня, это, конечно, видами. Вы лежите, вы смотрите на зелень, на горы, и даже вот не обратила внимания на террасе, но здесь отчетливо видно, у нас виды простираются аж до Аликанте, и в хорошую погоду виды просто бомба. Вы лежите, просыпаетесь и засыпаете с этими видами. И рядом с нашей этой спальней последней расположился дополнительный санузел, также имеющий всю необходимую сантехнику. И сейчас давайте выйдем, пожалуй, снова на террасу и подведем итоги. Еще раз напомню, друзья, мы сегодня смотрели виллу пилотную от застройщика, которая служит нам, во-первых, примером, как застройщик строит. Мне очень нравится этот застройщик, мы давно с ним работаем. И плюс в нем это то, что он уже, вам не нужно будет заморачиваться, как говорится, думать, что установить. Он вам полностью виллу предоставляет готовую, с готовым садом, все уже включено в стоимость, практически все, кроме мебели, вам останется закупить. И, конечно, много технических деталей, очень интересных, которые также застройщик включает в стоимость. И, как и говорила, у нас есть две модели, которые сейчас доступны. Это модель двухэтажного дома, который также имеет и цокольный этаж, он полноценный, с полноценным выходом на террасу. И также есть модель дома одноэтажного. С одноэтажного видов на море не будет, но будут шикарные виды на гольф, поля, на зелень. И по ценам одноэтажная вилла идет 495 тысяч. Вы можете добавить какое-нибудь экстра и уже на золотую визу пойти. И двухэтажные виллы у нас есть по стоимости 560 тысяч и 720 тысяч. Поэтому, если вас заинтересовало данное предложение, не тяните. Особенно, я считаю, это подойдет этот вариант для тех, кто хочет уже вскоре времени купить, переехать. Виллы у нас будут готовы в этом году, апрель, июль и сентябрь. Долго ждать не придется, вы уже можете переехать в Испанию, наслаждаться этим испанским летом. Поэтому обращайтесь к нам, я вам желаю отличного дня, до скорых встреч и увидимся очень скоро.